Годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в Люберцах ровно 31 год назад. Для страны завершилась война, которая унесла жизни 15 тысяч советских солдат. Горячие точки Афганистана стали местом военной службы для 700 люберчан. 24 из них стали жертвами конфликта. Об этой утрате и подвиге воинов-интернационалистов власти и жители округа вспомнили на митинге у памятника «Скорбящий ангел». Все-таки 15 февраля – это больше, я бы сказал, радостное событие. Вроде бы и не победа, но это радостное событие по той лишь причине, что наши парни вернулись домой. Этот день был радостным для всего бывшего СССР, потому что перестали приходить грузы 200. Все радовались, что закончилась эта война. И встречали вас, дорогие ветераны, как победителей. А вы и есть победители. Память погибших почтили минутой молчания. Завершился митинг возложением цветов. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.